На Лермонтова 116 часть стены рухнула на детскую площадку. Сейчас место ЧП огородили лентой. Инцидент случился ночью. И, к счастью, никто не пострадал. Да, у нас произошло обрушение стенки. Вот, скорее всего, это вина застройщика, потому что предварительно даже посмотрели, что здесь вот такие балки, они ненадежные, и это привело к обрушению строения. Но с его стороны понимание есть, поэтому все восстановим, будет все сделано.